Алексей Александрович, компания «Мир упаковки» занимает ведущую позицию среди российских производителей пластиковой упаковки. Вы предлагаете широкий выбор полимерной тары и упаковки для пищевой, парфюмерно-косметической и химической промышленности. Какие полимерные материалы вы перерабатываете для вашего продукта и как вы его храните? В основном мы перерабатываем полипропилены, полиэтилены, полистиролы и полиоксиметилены. Плюс также мы используем большую разновидность суперконцентратов. В основном это, значит, высококачественное сырье от наших российских и европейских поставщиков. В основном мы получаем упаковку, расфасованную в полиэтиленовые мешки по 25 кг и собранные уже в палеты. Они приходят к нам как и палетированные в палеты, так и навалом в фурах. Соответственно, после этого мы размещаем эти палеты у себя на складе. Кто производитель этих силосов? Фирма АБС Германия. Почему вы решили поставить у вас внутренние эластичные силоса? Ну, во-первых, их очень легко и быстро можно доставить. Они легко разбираются, легко монтируются и могут переставляться с места на место. Это раз. Во-вторых, как бы они экономят нам место для хранения нашего сырья не в палетах на стеллажах, а непосредственно в самих силосах. То есть влезает больше материала на данный, на каждый квадрат метра. Вот. Плюс также, значит, силоса, так из-за того, что они внутренние, они имеют уже, так скажем, комнатную температуру, которая у нас находится в цехах, и поэтому не надо сырье дополнительно подогревать, не надо его сушить перед запуском в производство. Все эластичные силоса АБС стоят у вас на весовых датчиках. Что это значит для вас? Да, это очень важный элемент для, во-первых, контроля расхода сырья в производстве и, соответственно, для учета этого же сырья. При проведении инвентаризации мы это все дело контролируем. С помощью тач-панели, которая есть у нас возле силосов, мы легко видим, сколько у нас сырья расходуется в каждую минуту производства. С помощью ее можно видеть сразу распределение сырья по производству. Например, вот у меня данный вид тач-панели выведен на мой персональный компьютер, и с помощью него я могу управлять уже загрузкой сырья в силоса непосредственно уже на это место работы. То есть я, как начальник производства, и у меня есть главный технолог, они тоже могут распределять сырье по силосам. Они дают команду, что в какой силос распределять. Это планирование, это учет и контроль, естественно, сырья. Как вы остались довольными с оборудованием, поставленным фирмой АБС? Да, мы полностью довольны фирмой АБС. Монтаж и доставка произошли в быстрые сроки, как мы и ожидали. Все было очень хорошо. Мы остались очень довольны. Компания АБС Зиль und Förderanlagen GmbH является лидером в области хранения сыпучих материалов любого вида. За последние десятилетия осуществлены поставки более 50 тысяч эластичных силосов в различные страны во всем мире. АБС выпускает эластичные силосы из высокотехнологической полиэфирной ткани под индивидуальные требования заказчиков и в зависимости от цели назначения. В воздухопроницаемом исполнении без покрытия или в воздухонепроницаемом исполнении с покрытием. По желанию заказчика силосы могут быть изготовлены из антистатических или сертифицированных для применения с пищевыми продуктами материалов. Эластичные силосы АБС отличаются прочностью и надежностью. Они легко транспортируются и легко монтируются. Они позволяют оптимально использовать производственные площади и могут быть адаптированы к любой высоте помещения. Для каждого силоса предлагается продуманная программа устройств для измерения уровня наполнения, взвешивания, дозирования и транспортирования, включая соответствующую систему управления. АБС предлагает своим заказчикам современный системный инжиниринг, начиная от индивидуальных силосов и кончая комплексными силосными системами под ключ, включая разгрузочные устройства для интеграции в существующие производственные линии. Компания АБС оказывает весь спектр услуг по разработке, проектированию и обеспечению конструкции, в которую входят также квалифицированный монтаж, пусконаладка и надежное сервисное обслуживание.